Здравствуйте, друзья. Устраивайтесь поудобнее, заварите себе чай. Я себе вот такой чаек заварил. Где он там? А, во-во-во. Гринфильд я заварил. Только что он пусть остывает пока. Вот Маргарита в Окее купила вот такую штучку. Попробую с чайком. Распаковка посылки. Я уже разрезал, да. Осталось только... Вуаля! И смотрите, что там. Новые наушники. Третьи, друзья, по счету. Мне очень понравился дизайн. Они очень красиво выглядят. Я потом у Маргариты, да, хочу спросить. Ну, попозже. Стоимость их. Так. Так, вот здесь. Ну, не будем спешить, давайте я лучше аккуратненько сейчас. Там такие наклеечки, и их, блин, не видно вам, да? Оп. Чтоб аккуратненько, да. О, я сбоку увидел. Они разных расцветок бывают, смотрите. Это типа цвет Нави. Это белые, вроде как серо-зеленые, не знаю. И черные, еще и розовенькие вроде бы как. Так, буду стараться, чтобы не было. Так, все, в коробке ничего нету. Инструкция вот здесь. И как бы, видите, выехала той стороной, где они скрыты. Так. Type-C, кстати, зарядка, видите, Type-C. Так, поворачиваем. Вот. Каждый наушник в пакетике. В пакетике. Смотрите. Ух ты. Такие интересные прям. Сейчас хочу посмотреть, как они будут мне... Ну, уши. Когда вот, в принципе, я заметил, наушники долго, опять же, они давят. Все. Вначале вроде не чувствуется, все нормально, а потом может почувствоваться. Так, насчет регулировки. Сейчас не знаю, есть тут, нету. Так, ну вроде нету. Потом, если, ну, если есть, сейчас пока не буду ничего трогать, потом лучше инструкцию почитаю. Так, вот тут кнопочки управления. Блин, не привык я вертикально снимать. Кнопочки управления, зарядка, это получается шнур подключения напрямую, не через как его, Wi-Fi, ну, Bluetooth, то есть, да-да. Вот такие наушнички. Ну, сейчас я не буду затягивать видео, потом поэксплуатирую, потом скажу, как они, как что. Все, спасибо за внимание, всем пока.